ударными темпами идет строительство бассейна в микрорайоне Московка. Напомню, что объект у нас строится в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт. Норма жизни», инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Сейчас мы находимся в состоянии 70% технической готовности. Работает очень хорошо, качественно, строители молодцы. Нами четко установлена задача губернатором Виталием Павловичем Хаценко завершить объект до конца года. Мы с этой задачей должны справиться. В этом бассейне будет не только такие массовые купания, назовем это так, для всех желающих, но еще будут тренироваться отделения наших спортивных школ, где развивается дисциплина плавания. Поэтому это станет еще одной тренировочной площадкой для наших спортсменов. Живем мы в этом районе, как только построили вот этот коттеджный поселок. И нам сказали, что здесь будет строиться бассейн. Мы его, конечно, долго с нетерпением ждали. У нас есть специальная комната спортивная, где мы занимаемся спортом, беговая дорожка, эллипсоид, штанга и все. И вот нам этого бассейна не хватало. Сейчас молодой, амбициозный губернатор, энергичный. Вот эту дорогу, кстати, он сразу же нам сделал. Да. И подъезд к этому бассейну он уже сделал. Ярослав у нас занимается, у нас рядом детский бассейн есть маленький, но он уже скоро вырастет из этого бассейна. И очень обрадовались, когда узнали, что у нас на Московке, в нашем районе, строится большой бассейн, где будут три дорожки, большие чаши. И очень здорово, что маленькие взрослые могут не ехать в центр и рядышком с домом заниматься спортом, заниматься плаванием. Это всегда полезно, здорово.